Какого цвета очки носят люди, слишком позитивно воспринимающие мир? Розовые. Черного. Розового. А, да, типа розовые очки, это что мы поле. Розовые. Розовые, типа романтизм. Сколько пядей во лбу мудреца? 7 пядей во лбу. 7 же. Да, еще такая фраза есть. 7 пядей во лбу. Откуда эти строки? Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Из какого произведения? Мцыри. Лермонтова Мцыри. Откуда эти строки? Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. А, Зарк, Бородино вроде бы, нет? Нет, он Диадор у нас. Старик, я слышал много. Цири, да. О, Цири. А кто написал? Зарк Лермонтов. Из какого произведения, как ты думаешь? Русские произведения, да? Сейчас. Кто мог написать эти строки? Ну, похож на Пушкина чем-то. Не знаю. Не помнишь? Какого рода слово вермишель? А, типа род? Мужской, женский? А, вермишель, она моя. Женский род. Женский? Вермишель, чего? Она мой средний род. Мужского? Переведите поговорку на ингушский язык. Какие труды, такие и плоды. Ахига мил долка, хундир за юхадуагду. Ахига долышка, чеки дикё уже, да? Нет? Да. Хадяч болха, урцкуды. Абяк ахигмак хаджа чеки хуке.